Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента страны Пак Кын Хе, оказавшегося в центре коррупционного скандала. За данную меру единогласно проголосовали все 8 судей. Теперь Пак Кын Хе будет немедленно отстранена от власти и может быть подвергнута уголовному преследованию по обвинениям в коррупции. В течение ближайших 60 дней в Южной Корее должны пройти внеочередные президентские выборы. Напомню, в декабре Пак Кын Хе была отстранена от должности после того, как южнокорейский парламент проголосовал за ее импичмент. Однако формально она оставалась президентом. На этой неделе южнокорейские следователи подтвердили, что теперь уже бывший лидер страны вместе со своей близкой подругой и по совместительству советником Чхве Сун Силь получала взятки за помощь вице-президенту компании Samsung в решении деловых вопросов. Кроме того, прокуратура обвинила подругу экс-президента в том, что она незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в подконтрольные неправительственные фонды. 20 ноября Чхве Сун Силь были предъявлены официальные обвинения в злоупотреблении властью и превышении полномочий.